Всем привет! Сегодня небольшое видео для тех, у кого сломался фиксатор на фрезере. Вот на этом фрезере у нас была ручка фиксатор. Без нее на этом фрезере работать возможности не стало, так как он ходит вверх-вниз, не фиксируется. И мы придумали выход из такой ситуации следующий. Заказали у токаря гайку на 19, вот такую. Также токарь в этой гайке просверлил отверстие на 12 мм. Штанга вот эта 12 мм. Плюс токарь просверлил в одной грани отверстие под болт на 6. С этого фрезера мы выкрутили вот такой барашек, который крепит штанги. Крутили. И теперь вот он у нас стал работать вот так. Одели. И на какой надо глубине, только он стал теперь у нас не от нуля. Раньше, если он был на нуле, то теперь стал почти 1,5 миллиметра, ой, сантиметра. И теперь уже можно регулировать. Отпускаем, затягиваем, все держится, никуда ничего не уходит. Вот так мы продлили жизнь этому фрезеру, а так бы без этой ручки работать было нельзя. На этом видео заканчиваем. Если кому-то оно пригодится, будем рады. Ставьте лайки, подписывайтесь, те, кто не подписался. Всем пока!